Как так, а? У меня есть такая волшебная подставочка для воды, для сока. Я ее заряжаю своими мыслями, желаниями. Заряжаю на здоровье, на счастье. И вот так вот можно водичку ставить, сок и давать своим близким, которым вы желаете всего самого наилучшего от души. Такая красота для моего любимого мужа. Ой, ты моя хорошая. Спасибо большое. Давай, пить-пить. Ой, молодец, Климочек. Теперь Вовочка. На, еще? Мама, еще. Идем в мой шалашик. У меня что? Мама, идем в мой шалашик. Да больно будет, когда он на меня наступает. Ну что, он на тебя наступил опять? Ай, блин! Ух ты ж! Блин. У вас там такая идиллия, да, в этом вашей палаточном домике? Ну зачем ты его толкать? Ты его звал, а сам его теперь жмёшь. Оставьте его, этого главаря, покой, с его игрушками. Он молчал. Эй, вы, как вам там сидится? Очень хорошо. Уютненько. Как? Привет, нет. Привет! Мама, смотри. Мам, если прочитать мою сторону, это милк. Милк. А милк это молоко же. Да. Да. Климочек, и такие сладкие щечки красные. Мам, сейчас. Включай. Мы тут пришли и кушаем манго. Вовочкина любимая кашка. Чия. Ням-ням, на здоровье. И Клим любит. Климоти, не балуйся. Садись давай. Это вот. Мне и Сайбелю. Сайбелю. Сань, к тебе обращается Вовчик. К тебе обращается Вовчик. О! Вова, мне туда садиться? Все, сажусь. Раскладываю белье. У меня тут вечно по одному носку. Один куда-то теряется. Это вот подгузники сухие, чистые, подкладки. Вообще подкладки эти еще Клима. Смотрите, вот чистые, я их всегда застирываю. Нету пятен, разводин, разводов. Вау, супер, все снимается. Так, короче, снимается. Мы хотим отдать моей подруге. Щечка убирается, вот это вытащится. Ага. Ну, в принципе. И если нам когда-нибудь понадобится, то... Потом назад взять. Так, потому, ну, что смотри, тут все снимается. Ее можно стирать. Ну да. Короче, есть. Все снимается, можно постирать. Так что такой disposable, eco-friendly, многоразовое. Классно. Так что мы отдадим и, возможно, когда-нибудь назад возьмем, если нам нужно будет. Делала салатик со свеклы. Очень вкусненький. Кстати, говорят, что свекла даже при варке сохраняет все полезные свойства. Ну, в общем, моя семья любит свеклу. А еще в холодильнике очень вкусно пахнет. Прям селедкой под шубой. Мама. Мама. Надо обязательно водичку включить, mm-hmm. чтобы у Вовчика рефлекс сработал. Да. Он такой, волосяки такие хорошенькие у него. Все. Ура! Приготовила тут картошечку с соем. Да дай ему салат. О боже, мне что поесть? Да, посиди. Приготовила
соевое мясо с картошечкой. Клим, почему ты его не хочешь есть? Это как будто мясо нарубленное с мясорубки. Я это не хочу есть. Как вы это едите, блин? Ну, я тебе говорю точно, это не мясо. А Вовчик просит, чтобы Клим сказал мне, чтобы я дала ему сисю. На. Мам, дай ему уже сисю. Мам, ну слава богу, дай ему сисю, чтобы он... Молодец. Покажешь? Что там? Там что-то он мне хочет показать. Вау! Колесо отвалилось, он мне что хотел показать. Мам, давай, мой. И что, его не починить? Мам, я делала так на раз, два, три паучков с моего. А почему ты весь белый? Не знаю. Откуда это белое? Он смесь опять ел ложкой. Нет. Ел, он насыпался. По тебе видно сразу, что ты смесь ел. Он говорит, что он муку ел. Он и пилотику что-то досталось. Я тут блины жарить буду сейчас. Вова ждет, мам. Вова, ты что ждешь? Да, вот, блинчик. Сейчас, чуть-чуть осталось. Подожди, мой хороший. Аккуратно, здесь очень-очень горячо. Тёка, на! Вовочка. Вова, это он брал. Ты домашний телефон взял, а сейчас звенел телефон. Нажмите на станции, он будет. На станции, вот станция. Найди домашний телефон, а? Кто-то звонил, мы не можем кто-то определить, звонил. Кто. На, позвони. Да. Кому? Ну, Вовчику звони. Чего ты? Там Лиза пошла за этим. Хватит, Санюш, мне нужна твоя помощь. I need your help. Дети сидят, залипают. Климоть. Мама делает бусы. Все красиво сидит не будет. Все, как у нас весело дома? Вот и доигрались. Ты посмотри. Посмотри, что он натворил. Клим. Как так, Клим? Это что такое вообще? Разбил Сайбеля айфон. Ты представляешь, что делать? Все, Кать, мне нужен новый телефон. Да. Ты посмотри, блин. Бегом, беги. У меня даже слов не хватает. Клим, ты знаешь, что ты сегодня наказан? Да иди ко мне. Не бойся ты. Что ты зажался, как этот жучок? Клим, выпрямись, а? Выпрямись. Ой, горит. Клим, ничего смешного, честно. Ты знаешь, куча денег стоит. Как так, а? Что ты мне скажешь свое оправдание? А? Когда ты нормально себя начнешь вести? Когда ты перестанешь вот так вот беситься? Я посмотрю. Когда ты перестанешь так беситься? Где тут не видно? Я тебе тогда... Перестану сегодня. Вот, смотри. Сегодня? Ну, обещаешь? А что будем делать с моим телефоном? Можно походить так, ничего страшного. Камера не задета. У всех разбиты. Даже у бабули. И у меня будет разбитый, да? Ну, походишь с разбитым. Клим, ну это правда не шутки. Как так, а? Ты знаешь, что папа очень давно мечтал о таком телефоне, его мечта сбылась, а ты взял и разбил его мечту. Да? Он что, его только сегодня купил? Нет, ну, ну я... он радовался до сих пор. Смотри, за какая аватарочка на нем красивая. А вот это вот паутина. Не видно даже, не видно, кстати. Паутина. Так что ходи с таким телефоном. Ну, не видно, раз не видно. Еще пленку сверху натянуть, да? Ну да. Чтобы дальше не рассыпался. Наконец-то блины начали прибавляться. Все наелись почти. Все спрашивают, как сделать вот такие дырочки. Главное условие это... на очень горячую сковородку лить. Вот. И если бы я поменьше налила, то было бы еще больше дырочек. Но я уже хочу быстрее. То у меня жидкость не кончается.
Короче, я решила сделать передышку. Сделай перерыв, скушай пан. Чай будем пить. Тёка! Ой! Ух ты мой, а! Редиша? Все нормально, кажется. Вот, пап, ты в курсе, камеру снимаем? Камера-мотор? Вова, давай улыбаться. Камера-мотор? Улыбаемся, камера-мотор идет. Тут, если честно, так воняет. Вовчики, мы улыбаемся, Вов. Кокошку ми. Ну-ка, смотрите. Вова-вова. Смотрите, Вова. Пойду зубы чистить. Сумолебек. Не знаю, что это значит. Пока-пока, машинка. Безумно пахнет. Все, Вова, пока-пока, говори всем. Пока-пока. Пока-пока, помаши. Пока-пока. Спать пойдем, пока-пока. Да? Пока-пока. Нет? Да. На.